И это канал Папа Медиа. Я думаю, по первому видео, по ролику вы поняли, что говорить будем о параде, и который прошел сегодня на Красной площади, и о том, что как Путин испугался хлопка. То есть на этом видео хорошо видно, что как, ну, по лицу лицо не говорит больше за слова, как он испугался, а не только он, его гости, которые приехали поддержать. О чем это говорит? О том, что где-то в глубине души Путин боялся, что будет какая-то диверсия, что что-то произойдет. Поэтому, во-первых, это видно и по охране. Посмотрите, сколько там вокруг него охранников. Плюс то, что очень быстро все они отбарабанили. Самый короткий парад за последнее время. И не только самый, но 45 минут всего лишь шел. Но и по технике тоже самый пустой, можно сказать. То есть там один танк проехал, Т-34, это музейный. И какие-то современная какая-то одна ракетная установка. И все. То есть все остальное просто картинка, где кто-то что-то говорил, Шойгу, естественно, там поздравил всех, нацепил на себя иконостас целый там с этими орденами. Вопрос только, откуда они у него, где он воевал, за что он их получил. Ну, естественно, что там это как бы никто нам это не расскажет. Тут главное, что побольше на себя металла нацепить. Как, ну, но опять-таки, вот как мы с вами говорили до этого, где уверенность, что Путин, что это был именно настоящий Путин? Вполне возможно, ну и опять-таки утверждать это не получится, нельзя, это будет глупо, но мне кажется, что это был двойник. Какой-то, ну, потому что это какой-то суетливый какой-то был дедушка, который вот он не похож на президента самой большой в мире страны. Это какой-то действительно испуганный бункерный дед. Хотя вполне возможно, это и есть Путин, он такой и есть. Это он просто там где-то пытается из себя создать образ мирового лидера, а на самом деле это просто испуганный дедок, который по глупости своей, по дурости, по тупости, как и все россияне, он подумал, что сейчас шапками закидает Украину и будет у него, можно сказать, в резюме написано «победил». А хера не только не победил, а несет потери, несет, ну, то есть мог грозить поражение, и которое на всем его 23-летнем периоде правления поставит крест. То есть запомнит только это, запомнит то, что Путин стал вторым Гитлером и стал убивать украинцев. И не смог победить, хотя был в этом уверен на 100%. Также хотелось бы отметить, что сегодня ночью, как раз вот перед парадом, Украину бомбили ракетами оккупанты. То есть Путин решил это все в такой оболочке сделать, свой парад. То есть пока у него там лидеры приехали с Азии, может, ну, то есть, которые нафиг никому не нужны на этот парад, он при этом ночью выпустил очень много ракет по Украине. Слава Богу, как я понял, как я увидел по новостям, погибших не было. Но строения, дома пострадали. Вот не хочется говорить очень долго о параде этом, потому что далеко не парад, это больше пародия на парад, потому что, ну, парад это всегда это что-то с помпой, это много всего, и техники, и авиации, которой тоже, кстати, не было уже второй год. Там много военных,
огромное количество приглашенных гостей. Вот это да, вот это парад. А то, что было, это говно, кусок говна, который он кинул людям, и при этом еще боялся очень сильно, что этот кусок говна обратно к нему прилетит. Ну, сегодня не прилетело, прилетит в следующий раз, я в этом уверен. Так что перестаньте заниматься победобесием, не стоит ворошить прошлое, просто нужно ценить то, что нам дали наши предки, но пытаться на них выехать сейчас, это просто глупо. Нужно самим строить свое будущее. На этой такой философской ноте заканчиваю рассказ про этот парад, потому что, ну, действительно, не о чем тут говорить. И пытаться как-то сделать, что это было что-то круто, это невозможно. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк. До новых встреч. Слава Украине!